Пункт назначения в Иванове. Страшное ЧП в парке. Такие заголовки появились в выходные на различных интернет-ресурсах. Речь идет об инциденте, который произошел в парке Степаново в пятницу с аттракционом «Бобовая дорога». В момент происшествия в кабинках находилось трое детей и один взрослый. Правда, по словам сотрудников парка, ни провисанием в воздухе, как пишут в интернете, ни уж тем более ЧП это назвать нельзя. Просто сместился при торможении последнего круга. На 10 сантиметров сместился немного вагон. И все, это не сказать, что прям страшно для этого. Потому что другой состав другой держит по-любому все кабинки. Он бы никак не упал бы этот вагон. У интернета глаза велики. Во время движения аттракцион действительно издает пугающие звуки. Но о технической неисправности без экспертного заключения говорить нельзя. Раз в год перед открытием летнего сезона в Иваново приезжает специальная аттестационная комиссия, которая проверяет все карусели в парке и выдает допуск. К бобовым горкам за все 8 лет, что они работают здесь, у экспертов ни разу не было претензий. Он, в принципе, зарекомендовал себя как безопасный аттракцион за все эти годы. Данный аттракцион проходит ежегодное техническое освидетельствование специализированными аккредитованными организациями и получаем, естественно, допуск в эксплуатацию. После инцидента с вагончиком администрация парка решила перестраховаться. Аттракцион пока закрыли для посетителей. Решение его дальнейшей судьбе будет принято после внеочередной аттестации. Специалисты экспертной организации приедут в Иваново 1 августа. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.